хорошо. Она прокинула Столяров, но хорошо, без повреждений. По три броска в скор ворот, и везде те и другие. Не так у нас тут много работы в голкипер, но в этом... Фейкин, ну, было опасно. Еще один силовой прием, дальше. Уникального не произошло. По-прежнему 2-1 в пользу Сибири. Силовой прием проворачивает Моня. Потребовалось, чтобы шайбу приласкать. И силовой прием против Новака. Опять чех найду. Опять ему досталось. Бедняга Новак, кровь у него потекла из носа. Слишком предсказуемый момент. Зубарев здорово выставляет ногу и блокирует. Ох, какой хит! Попадает под него Кетов и с небольшим повреждением уходит на скамейку. Здорово, как закрыл Мэтт Робинсон зону. Без нарушения правил встретил Кетова. Старым темпом на перехвате. Вроде бы здорово сыграл, но тоже не сыграл. Продолжение придумал. И силовой прием Максима Гончарова. Никита Квартальнов на льду. Максим Гончаров Никите Квартальному передает привет. Фу. Тут еще и стекло рядом оказалось не кстати.